Барак Обама, Андрій Макаревич та Петро Порошенко. Ці імена днями прозвучали на російській церемонії «Людина року». Щоправда, де ще інші номінації – «Антилюдей». Ну, ми йдемо іншим шляхом, нам негативу і без того вистачає. І ми вирішили провести власне опитування і визначити, а кого українці вважають сучасними героями. Результати вже за мить. Власних героїв днями вибирали в Росії. Перемогли ті, хто відверто виступав проти України. Актор Леонід Ярмольник, директор першого каналу Костянтин Ернст, співак Сергій Шнуров. А ще вирішили визначити і антигероїв. Дивно, але ними стали ті, хто Україну підтримує. Іноземці Барак Обама і Петро Порошенко, а третім був свій співак Андрій Макаревич. Психолог Олексій Шевцов антинастрої росіян вважає проявом безсилля. Українці улибаються, Обама улыбаются, весь мир, Евросоюз, Америка, они улыбаются. Ну, понятно, что они понимают, что это не от хорошей жизни, это от бессилия. Сніданок вирішив українці толерантніші. Вони антигероїв не шукають, бо багато тих, на кого хочеться рівнятися. Адміністратор громадського туалету Ольга Дрінь працює у центрі столиці на Хрещатику. З власним героєм України визначилися ще цієї зими. Від самого початку подій на Майдані жінка майже щодня слухала голос співачки Руслани. Отже, була сина, вона мені подобається як артистка, як співачка, і її громадянська позиція, вона прикрашає її творчість. А після нещодавнього візиту Руслана в зону АТО, Ольга ще більше стала її поважати. Безумовно, молодець Руслана. Вона менш говорить, поїхала, привезла людей з полону. 50 років в'яже гачком, останні 10 – це її бізнес. Клієнтів у Людмили Миколаївни вистачає. Але жінка мріє про найбажанішого клієнта – столичного мера Віталія Кличка. В прошлому абсолютний спортсмен. Для дружини Віталія в жінки є і шалики, і в'язані капелюшки. Героєм Кличка називає за те, що Віталій знає багато мов. Ведь ви посмотрите, він виступає на англійському, він відповідає на питання на німецькому. Он може поговорити по-французьки. Віталій Кличко – сучасний герой України і для Інни Скульбіди. Дівчина працює двірником. У колишньому чемпіоні цінують справжні чоловічі якості. Сильний і, може би, що порядок хтось навів. Симпатичний мужчина. Він не здався без бою. І на словах, і у власних вчинках. Викладач бухгалтерського обліку Тетяна вважає героєм нашого часу Святослава Вакарчука. Мені подобається, що він патріот, що в складних ситуаціях для України він проявив себе як мужня людина, як справжній мужчина. І такі мають бути всі українські артисти. А стиліст із синім волоссям Станіслава свій голос віддала блондину Івану Дорну. Він дуже такий патріот і він взагалі лапочка. Він ангел чистої красоти. Але події 2014-го вперше за роки незалежної України додали до списку відомих героїв імена звичайних людей. Це тисячі бійців, які захищають державу від агресора. Це сотні, які померли за єдину Україну. Наталія Влащенко – заслужена журналістка України, театрознавець і телеведуча, очолює щомісячне суспільно-політичне видання «Публічні люди». Вважає, що головна місія журналістики – просвітницька. Заміжня є син. Наталі, доброе утро. Доброе утро. От в Росії составляють рейтинги антигероїв. Може, це такий тактичний ход – знайти врага, сплотитися і показати свою мощь? Или просто, крім врага, вже їх ніхто не може сплотити? Ну, на самом деле, понимаете, все очень просто. Героїв можна формувати как бы, двумя путями. В демократичних государствах герої – це люди, які нравятся низам, да? Которые возникают как бы снизу. В недемократических государствах СМИ рассказывает населению, кто герой и кто не герой. И понятно, что если это рассказывает государство, то оно называет тех людей, которые не являются опасными для государства. Вот и все. Отсюда, конечно же, герои те, кто поддерживает Россию, и антигерои – это те, кто выступает с точки зрения государства против России. А есть какая-то общая картина, каким должен быть герой в современной Украине? Ну, смотрите, вообще зачем нужны герои? Вы когда-нибудь думали, для чего они нужны? Ну, я думаю, что для того, чтобы люди могли стремиться к их поступкам, к их каким-то... Наверное, когда нет героя, нет нации. Вот есть две главные вещи, знаете, вот для чего нужны человеку герои. Если, что такое героизм? Это желание и способность пожертвовать собой ради чего-то. Угу. Так вот, когда люди видят героев, или когда они живут рядом с ними, или когда они думают о том, что они есть, они, во-первых, понимают, что,
есть ради чего. Если человек жертвует, значит, есть ради чего. И если человек жертвует, значит, так можно, в принципе, жить. Понимаете, это как бы подтягивает вот всех, да, вот к этому, к большому. Поэтому у нас, вы заметили, что у нас там было достаточно долгое время, когда героя вообще не было, да, там вот то время, тот отрезок времени, когда мы говорили там «потребительская эпоха». 90-е? Рассказывали. Нет, позже, гораздо позже. Начало нулевых, да, начало нулевых, когда рассказывали, когда основные новости это были там гламурные тусовки. Это когда самые интересные люди были те, у кого были дорогие автомобили, там, которые могли там заработать денег и так далее. Вот такое безвремение. И часто очень мне в эфире говорили, кто сегодняшний герой? Кстати говоря, вы вот только что признаки назвали. В литературе, назвали. В кино. Да. И никто, мы не могли никого назвать, потому что ничего не было, да? И, кстати, вот то, что появились герои, в принципе, в обществе, это признак того, что страна возрождается. Потому что я абсолютно убеждена, что общество, страна без героев жить вообще не может. Это, ну, как бы, это неправильно, это ненормально. А если говорить о героях, например, вот вернуться ровно год назад, в сентябрь месяц, тогда другие были имена. А теперь новое время для Украины. И вот эти имена, собственно говоря, объединяют страну. Давайте посмотрим. Это, безусловно, Юлий Мамчур. Это, конечно же, Надежда Савченко, это Владимир Поросюк, это Мустанг, вот парень, который перекрасил звезду на московской высотке. Так, у вас есть знакомые среди публичных людей, как они относятся к тому, что вот они отодвинулись на второй план, и сейчас вот такие лица? Да нормально относятся. Очень многие люди, вы знаете, для меня вообще последние полгода это было такое время смены матрицы. Очень многие люди, о которых я думала, что, ну... Не могла себе представить даже, что они способны на героизм. Ну, тот же Слава Константиновский, которого я давно знаю, да, и который, у которого там, буквально там, перед событиями Майдана когда-то брала интервью, и потом уже. Человек спокойно, миллионер, у которого все было, который мог спокойно себе купить авиабилет и улететь в другую страну, чтобы переждать период безвремени. Он взял автомат в руки и пошел воевать. И таких примеров очень много. И таких примеров очень много. Какое-то огромное количество людей, из тех, которые вы называете публичными, они даже ну, там, не афишируют, что они помогают АТО. Что они ездят, привозят ребятам там, продукты, еще что-то. И что они просто... Все даже дело не в том, что там привозят, тратят деньги, еще что-то. Дело в том, что все страшно переживают. Ведь подавляющее большинство людей из этих публичных могли бы уехать. Они остались, более того, они мечтают о другой Украине, и они очень верят, что мы будем жить в демократической стране, в настоящем демократическом. Вот как вы думаете, насколько поменяется обложка публичных людей сейчас? Наполовину, на четверть? Она уже поменялась. Она, вообще журнал стал... Понимаете, как... ведь ну, СМИ, любое СМИ, не может не меняться с изменениями в обществе. Уже очень давно как бы меняется и контент журнала, и герои журнала меняются. И если вы сейчас ну, вот, возьмете в руки журнал, вы увидите, что он наполнен совершенно другими людьми, потому что на другое время другие герои, другие песни. Естественно, потому что СМИ, как ни странно, да, оно всегда из зеркала общества, в любом случае. Зеркало того, что хотят видеть, читать люди. Кто для них является героем? А кто для вас является героем, кроме вашей внучки, если говорить о личном? Ну, для меня героем являются очень многие люди, на самом деле. Знаете, люди, которые смогли... Вообще, которые могут переступить через личное, которые могут сделать что-то для кого-то, неважно для кого, для соседа, для человека, который там приехал, я не знаю, прилетел сегодня из Луганска, они его никогда не видели, и позвонили, сказали, что нужно человека устроить. Это все герои, потому что ритм жизни очень сложный, если ты способен остановиться, вот, да, там угу. нажать на тормоза, и сделать просто, посвятить этот день сегодня другим людям, я считаю, что это... Наталья, ну вы как-то уклоняетесь от названия имен или фамилий? Ну, понимаете, если я сейчас назову любое имя, ну, а кого-то я забуду. Нет смысла нет в этом. Смысла. Да, нет смысла. Для меня вообще герои все люди, которые со мной рядом сегодня живут, потому что... Ну, для меня изменилось очень многое. Я никогда не думала о том, что такое Родина, да? Что такое там Украина. Я считала, априори, я люблю свою страну и все. Но сегодня как-то это стало вдруг очень материально все, понимаете? Спасибо. Ну и мы Спасибо. Тоже наших зрителей спросили, а кого вы считаете героем? И много раз повторяется фамилия Выкручука, Руслана, Савченко, конечно, Дороговцева, Любомир Гузар. Но вот написала нам наша зрительница Эльвина Анопко, герои – це наши хлопцы, які зараз захищають нашу країну. Нагадаю, в студії «Сніданку» з 1+1 була Наталія Влащенко, головний редактор журналу «Публічні люди».